Всем большой привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня вместе с вами пройдемся по магазину Fix Price и посмотрим самые интересные и актуальные новинки. Магазин, в котором я была, находится по адресу город Саратов, проспект Энтузиастов, дом 39. Маленькие мисочки, салатники, серия Fun Cook, объем 430 мл. Это легкая, яркая посуда для дома и дачи. Состав пластик, полипропилен. Есть отметка о том, что можно использовать для пищевых продуктов. Удобно брать с собой на природу и использовать много раз вместо одноразовой посуды. Цвета в ассортименте, изготовитель Россия. Цена 13 рублей 70 копеек. Новые стеклянные бутылки, точнее банки. Высокий объем 1 литр 100 мл. Украшено стильным рельефным узором и дополнено яркой крышкой. Состав стекло, а крышка жестяная. Банки отличаются цветом крышки. Цена 124 рубля. И еще одна банка из этой же серии. Чуть поменьше, объемом 960 мл, подойдет для хранения сахара, гарниров, сладостей и других продуктов. Кто-то использует для ягод или варенья. Цена этой баночки 99 рублей. Посмотрите, что еще завезли в этот Fix Price. Это стеклянные банки с ложкой и с бамбуковой крышкой. Первые две партии разобрали как горячие пирожки. И вот банки появились снова. Так что, кто очень хотел, в этом Fix Price они есть. Цена 249 рублей. В отделе кухни появились вот такие миски серии Альтер объемом 3 литра. Мне понравилось качество. Миска предназначена только для холодных пищевых продуктов. По бокам удобные ручки. Она легко моется, не имеет постороннего запаха пластика. Состав полипропилен. Изготовитель торговая марка Полимер Быт. Можно и на даче использовать, и дома, и на природе. Два цвета на выбор, цена 79 рублей. Красивый большой салатник, выполненный в лаконичном дизайне, дополнен рельефным узором. Объем литр 46 мл. В белом цвете, сделан из керамики. Производитель Китай, цена 149 рублей. Доска разделочная, размер 32 на 20 сантиметров. Легкая, компактная, не впитывает запахи. Изготовлена из безопасного материала. Есть удобная ручка и нескользящая поверхность. Доска гибкая. Есть светло-розовый оттенок. Также есть яркий синий и зеленый цвет. Изготовитель Россия. Цена 59 рублей. Доска размером поменьше, 28 на 20 сантиметров, сделана в Республике Татарстан. Мне понравились расцветки, все светлые, неброские, хороший пластик без постороннего запаха. Также сделана в России, цена 59 рублей. А если вам нужна доска побольше, есть еще один вариант, 35 на 25 сантиметров, изготовитель Хан Пласт. Мятный, сиреневый цвет. И светлые тона тоже есть. И эти доски стоят 79 рублей. Появились формы для мороженого на 6 порций. Как раз подойдет для самых жарких летних дней. Можно приготовить мороженое вместе с детьми. Им будет интересно сделать его своими руками, а потом съесть. Форма многоразовая, рассчитана на 6 порций. Ее размер 15 на 10 на 8 сантиметров. Состав пластик полипропилен. Несколько цветов в ассортименте. Можно сделать фруктовый лед, десерты или мороженое. Цена 99 рублей. Какой красивый стакан появился. Серия называется Shetland Скульптура London Topaz от торговой марки Luminarc. Объем 300 мл. Состав натрий, кальций, силикатное стекло. Есть отметка о том, что можно мыть в посудомойке. Ну, соответственно, для горячего стакан тоже должен подходить. Смотрите, как красиво сделан. Темное стекло. Стакан приятно, удобно держать в руке. Цена 99 рублей. Кружка прозрачная, выполнена в классическом стиле. Отлично подойдет для уютных чаепитий. Украшена рельефным узором в виде вертикальных полос. Удобная большая ручка. Объем 420 мл. Цена 79 рублей. Зубная щетка с крышкой серии Hello Kitty подойдет для ребенка старше 3 лет. У нее мягкие щетинки, которые не травмируют эмали, хорошо очищают молочные зубки. Щетка выполнена из пластика, щетина нейлон. И, кстати, сам корпус щетки еще на присоске, для того, чтобы щеточку можно было после чистки зубов зафиксировать на раковине. Три цвета в ассортименте, цена 59 рублей. Гель для ножных ванн, содержит натуральные масла и экстракты для дополнительного ухода за кожей вашей
ваших ног. Баночки с данным средством помогают снять усталость, дезодорируют кожу стоп, смягчают и увлажняют. Объем 383 грамма, цена 79 рублей. Корзина, которая предназначена для прищепок, торговой марки Фимака. Небольшой объем 3 литра, состав пластик, полипропилен. Хорошее качество исполнения, никакого запаха от пластика. Наверное, для прищепок она предназначена потому, что сверху у ручки есть крючок, за который эту корзину можно подвесить и сложить в нее прищепки. Но на самом деле такую корзинку в хозяйстве можно использовать и по другим назначениям. Несколько цветов в ассортименте, отличное качество, изготовитель Россия, цена 79 рублей. Красивые наклейки тату переводные для тела. Перед нанесением их необходимо вырезать. Есть 3 варианта, все они с цветочками. Цена за один лист 59 рублей. Футляр для зубной щетки и пасты. Как раз сюда поместится все самое необходимое. Можно сложить сюда ребенку пасту и щетку, если он едет в лагерь. Или также этот набор пригодится во время путешествий или командировок. Состоит из 2 частей. Одну можно использовать в качестве подставки, другую для полоскания рта. Футляр компактный, легкий, легко моется. Состав полипропилен. Цвета в ассортименте. Цена 59 рублей. Смотрите, какие красивые органайзеры привезли в фикс прайс. Точно такие же я покупала в магазине IKEA. Ну, чуть-чуть пластик отличается. Эти ничуть не хуже. Размер 25 на 18 на 9,5 сантиметров. Состав пластик полипропилен. Производитель уже известная всем марка Фимака. Отличное качество. И мне нравится, что цвета не яркие. Есть 2 варианта в белом и сером цвете. На сайте представлен еще розовый вариант, но в этом фикс прайсе только эти 2. Есть удобные ручки. Можно использовать в ванной комнате для организации, косметики, гели для душа, также для канцелярии, украшений и много других вариантов. Отличные корзинки, к покупке точно рекомендую, пока они в фикс-прайсе не закончились. Цена 99 рублей. Сначала даже не поняла, что это такое. Оказывается, это ёршик для туалета, сделанный в форме лебедя. Длина 34 сантиметра. Состав пластик, полипропилен. Очень интересный, необычный дизайн. Вот так вот ёршик для унитаза можно замаскировать под фигурку лебедя. Есть в черном и белом цвете. Цена 149 рублей. Новый десерт от Orion. Бисквитное пирожное Fresh Pie с клубнично-малиновой начинкой. Это, кстати, оригинальный Orion. Внутри 12 штук в индивидуальной упаковке. Общая масса 300 грамм. Если уже пробовали такую новинку, делитесь в комментариях, как вам на вкус. Цена 149 рублей. Печенье «Вкусная дымка» с кусочками шоколада. Подойдет к чаю или кофе. Масса 300 грамм, похоже на овсяное печенье. Цена 59 рублей. Чипсы картофельные «Лава-лава». Я их узнала от своего ребенка. Оказывается, это чипсы от А4 блогера. В этом фикс-прайсе чипсы представлены только со вкусом краба. Кстати, мне удалось их попробовать, и они достаточно вкусные, несмотря на то, что не сильно полезные. Масса 50 грамм, цена 59 рублей. Кукурузные шарики, большая упаковка, называется «Сыр Бол» от производителя русской картошки. Внешне чем-то напоминают читос, большая упаковка, массой 140 грамм, цена 79 рублей. Левушка, всем известные конфеты от производителя Славянка. В упаковке масса 199 грамм. Цена 79 рублей, а по карте фикс прайс со скидкой цена 69. Новинка от торговой марки Сенсой. Суп с рисовой лапшой Фоба. Все, что нужно сделать, это добавить кипятка, и горячий обед готов. Цена такой коробочки 124 рубля. И рядом еще есть фунчоза с грибами шиитаке, тоже от Сенсой. Цена 99 рублей. Теперь в фикс-прайсе можно купить лимонную кислоту массой 80 грамм, сделана по ГОСТу. Цена пакетика 27 рублей 50 копеек. В автомобильном отделе появилась маска медная L-Trans, масса 210 мл, предназначена для обработки металлических деталей, подвергающихся воздействию экстремально высокой температуры, давления и коррозии. В комплекте идет удлиненная трубочка для обработки труднодоступных мест, цена 124 рубля. Автошампунь с полирующим эффектом, удаляет масла, жиры, следы насекомых и другие загрязнения, придает блеск поверхности и не оставляет разводов. Обладает высокой моющей способностью. Шампунь предназначен для мойки автомобиля бесконтактным способом. Большой объем 1 литр, цена 149 рублей.
Сегодня поделюсь своим заказом, который оформила в интернет-магазине «Любимый Василек». На сайте представлен большой ассортимент постельных комплектов, детской и взрослой одежды, а также текстиля для дома. Заказ можно оформить от 1000 рублей и выбрать доставку любым удобным для вас способом. Стоимость доставки рассчитывается сразу при оформлении заказа. Ссылку на все, что было в моем заказе, я обязательно оставлю в описании под этим видео. Выбрала женские носочки, короткие, хлопковые. Указано, что подходит на размер ноги с 37 по 41, но на самом деле они чуть маломерят. Максимально это 38-39. Это размер, на который они подойдут. Хорошо сшита, удобная резинка, носки мягкие, состав 85% хлопок, 10% полиамид, 5% лайкра. В одной упаковке разные цвета. Продаются носки набором, 5 пар, цена 355 рублей. Младшему сыну заказала футболку. Очень мне нравится качество в «Любимом Васильке». Футболки недорогие, хлопковые, выполнены из мягкого гипоаллергенного полотна с яркими рисунками. Качественный пошив, все сделано аккуратно, сшито ровно. И данные футболки выдерживают большое количество стирок. Материал кулирка, состав 100% хлопок. Изготовитель Узбекистан, торговая марка Bonita Kids. Сыну взяла размер на 6 лет, подходит на рост 116 см. Отличная футболка, можно надевать в садик, в школу, носить дома или гулять на улице. Хорошие футболки, стоят они достаточно бюджетно. Например, цена этой футболки 202 рубля. А старшему сыну выбрала тоже белую футболку с рисунком, называется «Амурский тигр». Размер взяла на 12 лет, на рост 152 сантиметра. Тот же самый производитель. Кстати, футболки не маломерят, идут в размер. На сайте большой ассортимент футболок для мальчиков и девочек. Цена данной модели 251 рубль. Посмотрите, какая крутая новинка появилась на сайте интернет-магазина «Любимый Василек». Это женские брюки, модель бананы. Если быть точнее, даже не брюки, а джинсы. Данная модель оказалась очень удобной. Она с высокой посадкой, как я люблю. Есть два кармана впереди, два сзади. Впереди на замке, на молнии. Что мне еще понравилось, ткань отлично тянется и джинсы идут в размер. Я выбрала 50-е, они оказались как раз. Состав ткань джинса 98% хлопок, 2% спандекс. Я выбрала коричневый цвет. Еще джинсы бывают в оливковом и сером цвете. Размер на ряд начинается с 44-го, заканчивается 58-м. Отличные джинсы, обязательно рекомендую присмотреться. Их цена на сайте 3112 рублей. Заказала новинку из раздела товаров к летнему сезону. Это дачная подушка. Ее размер 100 на 40 сантиметров, высота 6 сантиметров. На ощупь очень мягкая, приятная, водонепроницаемая ткань. Эта подушка настоящая находка. Она объемная, удобная и легкая. Имеет множество вариантов применений. Идеально подойдет для скамейки, качелей, кресел или шезлонга. Я, например, использовала эту подушку-сидушку на даче и закрепила на дачном стульчике. Взяла специально одну подушку, чтобы посмотреть, удобно она будет или нет. И мне она очень понравилась, так что в этом цвете закажу еще несколько. Кстати, данную подушку можно использовать как дома, так и на природе. Например, на даче, в саду, в беседке или на балконе. Подушка выполнена из гладкой, приятной на ощупь ткани. И она отлично сшита. Для крепления есть 3 пары завязок. Наполнитель чесанный фабер, это 100% полиэфирное волокно. Ткань чехла 100% полиэстер. Изготовитель Россия. Кроме зеленого, подушка есть еще и в других расцветках. Цена 638 рублей. А еще на дачу выбрала красивый комплект постельного белья. Называется Imatex Поплин майские цветы. Выбрала двуспальный размер. Состав 100% хлопок поплин. Сюда входят две наволочки размером 70 на 70 или 50 на 70 сантиметров, вы можете выбрать сами. Также можно на заказ выбрать наволочки с молнией. Простыня размером 200 на 220 сантиметров с красивым зеленым рисунком. И пододеяльник 178 на 215. Обратите внимание, что пододеяльник двусторонний. Одна сторона — это расцветка наволочек, а вторая — это расцветка простыни. Комплект постельного белья из поплина я заказываю не первый раз. Отличное качество. И после многократных стирок постельное белье не меняет свой внешний вид. А еще посмотрите, как нежно и красиво смотрится данная расцветка постельного белья. Двухспальный размер, который я выбрала, стоит 1944 рубля. Если размер будет отличаться, соответственно и цена будет другая. Это был весь мой заказ из интернет-магазина «Любимый Василек». Я обязательно все ссылки прикреплю в описании на сам интернет-магазин и на все товары, которые были в моем заказе. Обязательно проходите, вы найдете много интересного для себя и для дома. Выбирайте и заказывайте. На сегодня это
все. Спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Увидимся очень скоро. Всем пока!